тебя зовут? Вот. А что ты тут делаешь в Аполлоновке? Все, работаю. Где же ты работаешь? Ой, где? На огороде. Что же ты там делаешь? Что, капусточку посадил свою. Сегодня полил я ее. Что, правда? Растишь капусту? Ну. А что тебе тут больше всего нравится? Ну, только дома игрушек вот столько. Много-много. Вот так машину куплял, поломал. В большем детском саду он два мешки лежат на бане. Теперь же хочет большую купить, и какая сама ездить. Буду тебя белочка катать. Я говорю, давай, дед, что мы там будем куплять? Давай купим весь магазин, и больше ничего не надо. Целый день радио Могилев играет, чтобы не скучно было? Ну, сосед уключит его когда-нибудь. Вот там в Могилеве. Ну, вот родители дома остался, родители помирали. Ну, тут 2-3 сотки земли, картошки посадят. Ну, помидоры, огурца, луку, чесноку того. Деревня уже, как видите, вымирает. Молодежь в деревне не остается. Одни старики. В основном 80, по 90 лет есть. Ну, 33 дома. Значит, постоянно проживают в 6 домах 14 человек. Остальные приезжают дачники. 8 домов стоят пустых. Работать надо, чтобы в деревне жить. Сеять землю, чтобы было что есть. И держать скот, как я его держу. Коня, иногда поросенка каждый год одного, иногда двоих. Курей, иногда индюков, иногда гусей, иногда уток. Ну, вот такой. А у нас уже ребятки вывелись. Цыплятки вывелись. Ребятки маленькие. Покажешь? Покажешь, конечно. Ухи, ой, тепленочки два, тепленочки два. Тише, вон он, молодец. Хади, зорька. Хозяина знает. Хади, посажу Тимурку наверх. Хади. Мухи кусаются, он облепил. Все, Хади, посажу. Дядя снимет тебе на зорьке. Не бойся, держите. Я тебя подержу. Держись крепко. О, нас снимите этим верхом. Зорка. Ну все, ходи. Я здесь снял тебя. Прыгай. А то еще и на дрыбает ногами. Кеша скинется. Скинется. Здравствуйте, дорогая хозяйка. Здравствуйте. Что ж не лает ваша большая злая собака? Лает? Пойдемте, я вам ее покажу.
Вы местная жительница? Да, я родилась в этой деревне, деревне Аполлоновка. Вот, одно время я работала. О, подождите, злая собака. Вот она, злая собака. Как зовут злую собаку? В честь деревни Аполлоновки. Аполлон. Деревня Аполлоновка. Училась в начальной школе, потом в городе Шклове училась, ну а затем уехала работать в Могилев. И спустя время я приехала обратно на родину. Вот, обзавелась хозяйством, работа есть у меня хорошая. Вот так я и живу. Зачем вы вернулись? Ну, не могу. Мне на родину до того тянуло, что, ну, я люблю свою деревню, я люблю природу, люблю свой дом. Ну, вот поэтому я сюда и приехала. Ну, сын вырос самостоятельный, поэтому домой и домой, все. Такая вот у меня натура, на родину. H2O у нас, там живет наша семья с аистами, вот. Они облюбовали это место, сделали гнездо просторное и вывели птенцов. Вот, и уже вырос аистенок. Родители о нем заботятся, вот, собирают лягушек, насекомых. Ну, можно сказать, аполлоновский аист. Да, да, да. Осторожно, сзади тебя куча цыпляток. Очень красиво. Петух кричит? Кричит. Петух гуляет красивый. Гуляет красиво. Год петуха. Удача пришла к вам? Да, пришла. Но он еще не закончился год. Я думаю, что еще все впереди. Овечки ваши? Ага. А можно их поснимать? Конечно, а чего нельзя? Один, один. Он не кусается? Нет. Мы сейчас готовимся к зиме. У меня находится здесь овцы вон на выпасе и готовим ему сено, ну, на зиму. То есть разгар лета, вы все еще думаете о зиме? Да. Или уже вот, думаете о зиме? Заранее надо готовиться, потом будет поздно. Работы все. Много? Да нет, работа не тяжкая. Потому что привыкли, втянулись в деревню, жил все время. Поэтому вот приехал недавно сюда на пенсию, поэтому у меня все нормально. Стадо, земля трясется. Ну вот помогаю мужу сено сушить, это овец пасти, курочки у нас есть, яички собираем, яичницу жарю. Но мы вам завидуем, да. Значит, ну и дети приезжают на выходные, в общем, неплохо. Thank you.
Крыльцо красивое. Это все отец строил. Отец был плотником на все руки. Он и окна делал, и крыльцо делал, и дом этот сделал. Все это отец делал. Про Полуновку я могу сказать, как она возникла. А возникла она в конце 19 столетия, это 1890-е годы там какие-то. Министр путей сообщения России имел здесь лес. Ну, так сказал, что вырубите лес, везите мне на станцию Шклов, а землю вы получите бесплатно. И вот люди, которые жили там в западных районах Шкловского района, Тудорова, Тубушки и так далее, приехали здесь и обосновались. Ну, она здесь на свежем воздухе приходится физически работать, потому что надо что-то посеять, что-то посадить, потом убрать, привести в порядок это все. Вот поэтому такая, собственно, работа. А это хорошо или плохо, что надо физически работать? Я считаю, что это хорошо, потому что без нагрузки, физической нагрузки, организм очень быстро уходит. Женщина с косой, этого мы еще не видели. Взять научил. Тяжело? Нет. Нравится ли вам здесь? Очень. Деревня вообще классная. Тишина такая. Отдыхаешь после работы. Все в работе. И часто вам удается вот так вот посидеть? Ну, удается. Когда магазин приедет, привезут продукты. Когда устану, так это, посижу вечером. Ну, кто придет, поговорим на лавочке, посидим, побалдеем. В основном летом некогда отдыхать. Некогда. Ходите, ходите, детки, 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 детки. Это вот они родились, все 3 февраля до 6. Ой, вот и это. Ходите, детки, 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 детки. А сколько же у вас этих деток? 9. 9. Юрка, она пытается есть в камеру. Маршрутка любопытная очень. Ты любопытная? Коза, махните вон там по этой штукой. Махните, не бойтесь. Коза, маршрутка. Ей маршрутка. Понравилось сниматься, а вы ее. Маршрутка. Пошла. Маршрутка. Пошла. Пошли, детки. Пошли в свой сарай. Пошли, моя хорошая. Теперь у меня может быть снимок оператор на работе. Как коз гоняет. Да, лорди, лорди. Как вы думаете, какое будущее будет у Полуновки? Спасут ее дачники? Ну, я думаю, да. Думаю, что они капитально построились. Думаю, что они будут жить. Деревни не будет на изгое. Мира, добра, согласия. Чтобы жили дружно и счастливо.
всем счастья!